Подрастающее поколение нередко упрекает в бездуховности, легкомысленности и приверженности мимолетным трендам. Но далеко не вся молодежь позабыла свое богатейшее культурное наследие и по-прежнему готова перенимать его у старших. Пример тому – конкурс патриотической песни на призы депутата городского совета Алексея Хандархаева. Конкурс направлен на то, чтобы раскрыть возможности, творческий потенциал наших молодых талантов, наших певцов, певиц. Попробовать свои силы могли все желающие с 7 до 30 лет. Так, заявки подали около 40 человек. Как признаются организаторы, они сами не ожидали такого ажиотажа со стороны участников. Однако до финала дошли лишь 10 конкурсантов. Марьяне всего 9 лет. Она уже наравне с более старшими участниками борется за право называться лучшим вокальным исполнителем патриотической песни в городе. Ну вообще так было. Там весело, так волновалось сначала. Там еще коллектив Апсары, они тут занимаются. Они тоже так красиво танцевали, увидели. Вот, и мне вообще вот понравилось. В этом году конкурс был приурочен ко Дню народного единства и юбилею города. Организаторы надеются, что такие творческие баталии полюбятся певцам и станут ежегодными. Наталья Домбаева, Руслан Хороших, Виктор Горновской. Новости дня.